Как я его, Берн, я в глыбе стоял, Войт, ну, ёпка. Ты там кричишь, Бэр, Бэр, я в глыбе стою. Боссом мне пришлось смотрите, там что лавировать. Что делать, прямо, блядь? Косяк в том, что мы летели, и один человек заморозился, пока летел, блядь. Как напрягает. Это вообще трэш какой-то. Тут либо цилиндр поломан, либо после каждого трая этот самый тайминг сдвигается, блядь, плюс самое. Ну, можно ее сейчас спулить кому-то, отойти, пусть он умрет, может, таймер и выровняется, я хз, что еще? Ну, вариант особо-то, ну, тут ничего не, нам не придумать же. Может, это и собьет, хуй его знает. Войт, короче, я ластрай, меня. Мультя. Там мне отойти надо минут на 30. Может, на 40. А извечка есть у кого-то в сумке? Какая? Мы. Есть или я фартуюсь? Он отдыхает, он нормальный пацан. Портуйся, а шкаф поставим. Лок есть. Сейчас я вдал, и я это зависаю. Так а чё, слышь, Войт, меняй тогда меня сразу, если шкаф пока ставите. Отдыхаю. Пиздец, извечка такая дешевая, ну. На самом деле тебе надо ДДшников поменять хотя бы на этого босса и все. Суманди меня. Угу. Ханталу, ну а ты не видишь? Я бы поменял прям сейчас. Давай шкаф. Ёжи. Ты так официально чернокнижный. Берите. Берите шкаф. Камней ноль, нема камня. Курыч, лети. Я прилечу. Даже все-таки. Пошли тебя суммонить, короче. Да чернокнижник нет, и друид, пошли тебя суммонить, слышь? Чернокнижник? Сумки хранят. На камень черный. Они используют демона, там тратится каждый раз. Да. Раскол. Они тратятся. Тел кидает СС, тоже тратится каждый раз. То есть, если он играл... Ты играл кем, Войт? Афликом? А у Афлика проблем не будет, потому что он сосет постоянно. А демоны не сосут просто. Не, во время траев. Демоны не сосут, нет? Не, афлики только засасывают, блядь. Понял. Пылесосы нахуй. Понял. То есть
нормальный нет. лог перед ну, каждым то... рейдом должен пойти пососать. Не, не знаю, ну так ты говоришь сейчас про лока, нахуй, а у нас ты чернокнижник. Они пошли ко мне сосать, пацаны, уже не надо, потом пососете. Он заебись бегать. Это в смысле типа локса? Они вместе пошли, да? Да, 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 я не знаю. Он, наверное, в мишку там дуэль и сосутся там. Я убежал, бля. Не стал уж мешать. Ты еще в суд подадут, бля, за то, что нахуй нарушил, бля. Нельзя же фоткать. Это надо видеть, у меня из попы камни сосут у медведя. У меня такие волны исходят из заднего прохода, фиолетовые. Ты, блядь, терпел столько, блядь. Сейчас они там уже высосали. Высосали. Там. Он боится двинуться, а то он опять прилетит. Все правильно. Синтра его саматы не катает. Пиздец. Я еще на циркуле помню эти проблемы с этой синдрой дурной, нахуй. Здесь она еще дурнее. Че-че? Здесь еще дурнее. Угу. Не, помню, просто на циркуле у нас тоже трайли. Дошло до того, что ж, блядь, бистовые холи пала кикнулись, блядь. Так а хули, блядь, 10-й трай у нас, блядь, все танки, блядь, мрут нахуй, как мухи, блядь. Кабычки? В Гере, не? Да, в Гере. Не, так это когда были фулл профы, там, блядь, очень тяжело было хилить, на самом деле. Да еще и опыта, я думаю, поменьше было людей. Я помню, в Dark Stars какой-то хули после того, как три раза упал на трек, подкинул рейд, удалил персонажа. А что ты благодаря пошел за полтора косаря, купил нового? Ну да. Просто неделю удаляет. Лив с рейда, делит персов. Что, ретрик? Ретрик, ну как? Как тебе жизнь, да, да. Когда можно двигаться? Да? Это, а то стоял, блядь, зажатый, блядь, боялся двигаться, нахуй. Траве. Как знаете, роги, когда стан дают, и так дергаются, блядь, непонятно зачем. Урона больше наносят. Дергаются. Плюс 2 секунды. Я пока сижу, пока эти бомбы падают, я сижу, думаю, как бить ее, если ей притягивает, это надо отдавать, наверное, за прожим. Перед этим вообще никому не делают статистика. Нет, ну смысла нет, это траить, просто писать текст админ, сказать, что пидорасы дальше, что вы сделаете, блядь, нахуй. Вот, а так донат, блядь, можно полететь, я не знаю, на Луну, блядь.
делать хотя бы боссов, чтобы работать. Уникальная. Вот, смотри, таймер. Да тут не то, что таймер сбивается, тут вообще все сбивается, получается. Похуй на этот ДБМ. ДБМ-то полбеды, а если она тянет, сука, блять, когда глыба должна. Должна после, а тянет перед. У меня уже урон какой-то забаганный, блядь. Да. Так охоту кое-что проверить, чтобы честно говоря, по поводу замерзания. Я очкую. Я фласочку нахуй. Критует вообще этот край, я хуй знаю. Чё-то Синдра въебала просто нахуй. Сапроты какие-то выпила, блять. У меня Химера вообще не бьет, блять. По 4,7к нахуй. Что это за хуйня, блять? Сапроты. Сука, кто ей дал, блять? Это Ретрик стопудово там банку кинул, блять, потом. И мера вообще не бьет, какой-то бред, на. Прикалните, посмотрю после этого. Запрот. О, 15 тысяч, неужели, блять, она ударила, на. Сейчас, чтобы посмотреть, бить иглы бы я посмотрю, пока что у нас химера. Честно, а может ли подходить к слепам после того, как кончился таймер? То есть 2-1-0 после нуля можно подходить? Ты замерзнешь? Я не знаю. Я как-то проверю, короче, эту хрень. Чувствуете, как ледяная ладонь?
Чуть подальше сейчас. Сакра без... Притяжку не будем... А, вот. Вот черненькая притяжка. Ты две стороны. Правильно. Алло, алло, я метка. Там есть 400. Чё, все нормально. Все полутайте босса. О, шея на карта. Полутайте там... босса, возьмите эту штучку. А, тут по... а где? Нету ее. Она у тебя в сумках уже. Она у тебя в сумках. Пульсирующий кристалл уже. Так, а как ее лутать? Вина. Да, где она, кстати, сало? Подожди. Где Вина? Освободите меня с этой хуйни. Да мне тоже, если честно, уходить надо-то. Ну я уж терплю. Давай на завтра будет, на Лича. А где квесты там? Блять, ресните меня. Я тоже не знаю. Сумки, в сумке. Да какой из сумки, на? В смысле? Пульсирующий кристалл жизни, такой как самоцвет по Юве. Блять, это, наверное, надо было во время трая юзать кому-то одному. Хуй его знает. Проебали мы. Серьезно? Нужно в синдру юзнуть эту хернюшку, что ли? Да, блять, тут, наверное, нужно, если работает правильно. Не, никто. Я что, знал, что ли, блядь? Бред какой-то. Нет, никто не юзал. А что надо? Мы привыкли. Мы все били, блядь, хоть так убить, как и юзать. Нету. У меня тоже нету. А, тут все... Ну, 4 часа, братан, 4 часа в рейде, если не... Ну да, давай на завтра, Войд. Чисто, чисто Лича. Ну, в 3 будем. Я буду в 3. В 3, я завтра буду в 3. 3, не, вряд ли. Может, часам к 4, может, 4, да, вот, начиная с 4, вот что-то такое. Давай на 5, да, да, я буду. Да, точно буду. Погибели, погибели такая, бля, погибели. Кота там шею занидил. А я вообще предлагаю, блять, отменить это ЕП, нахуй. Десятки? Да, это не... Слушай, ну, есть одна веская причина. А, ну, это... вообще, как бы, десятки это идут как научить людей, а не для того, чтобы им ГП лупить и ЕП давать. Ну, это несерьезно. Типа вот Лок послакал, но он посмотрел, как это все убивается, типа запомнил, все окей, научился. Он готов к 25-ке. В чем проблема, да, я не вижу. Г
другой страны. Не, просто в десятку я, смотри, достаточно в 25-ок у нас. Ну да, согласен, там на проф они все могут идти, вообще в ЦВК не все, в принципе, могут еще идти. Ну это 10 человек, а ты представь, если у тебя сейчас бы сидело 20 человек на замене. Или 15, допустим. Ну, тогда и бред, в принципе, десятка заедет. Тогда проще вторую десятку собрать и идти фармить, чем сидеть. Не, просто если сейчас бы сидело, допустим, ну, давай так, если вообще из логики 9 человек сидит на замене, что вот им? Ты тоже даешь по фулу ЕП, получается? Нет, я вообще грубо, это пока еще там, да, там, может, кто-то не шарит. Я в этой хуйне уже очень давно варюсь. Я бы сейчас, допустим, тупо сел на замену бы там и ебланился. Ну, я серьезно говорю, я просто на халяву ЕП бы лутанул бы и дальше пошел заниматься своими делами. Так я бы сидел с тобой тут. Ну, слушал, как вы траете там все дела. Ну, это знаешь, тоже такое, типа, замене не даешь ЕП, тогда у тебя вообще никогда замены не будет, и в итоге ты никогда ничего не пронесешь. Всегда давалось ЕП за замену, не знаю, как у вас в дарках, у нас Свят всегда давал, всегда, абсолютно. Ну, а я КД вешаю, типа, тоже, блядь, ну, а мне, типа, хочется тупо лета потратить. Не, ну понятно, это ты сейчас так, ну выборочно. Так оно же должно как-то быть едино, типа, а то получается человек, смотри, я трачу время, я сижу, жду. Ты убиваешь боссов, допустим, 2 часа. Я сижу эти 2 часа, жду, когда я буду тебе нужен. То есть я не пошел тебе? Нет, так я не пошел. Так давай тогда вообще, если с таким отношением, у тебя просто замены не будет. Люди пойдут заниматься своими делами, уйдут. И у тебя в 25-ке будет вместо 25 человек, допустим, 22, и ты скажешь там, типа, хоба, ну, типа, кто там в рейд? Я тебе сейчас вообще имею в виду, так если за 25-ку дается, тогда и за 10-ку должно даваться. Не, ребят, это разные вещи. Да. Нет, если это разные, тогда и ЕП надо с 10-ки убирать. А почему? У кого-то есть возможность, а у кого-то нету. Ну, допустим, ты сегодня собрал десятку, а человек другой сидит, и он сейчас тупится, вот не знаю, с кем я пойду, там, пойду с алчатом, ебать. Потому что в гильдии больше десятки не будет. Гурский, смотри, момент такой, вот, секунду. А, когда мы приходили в гильдию, нам говорили, что десятки ходят, ну, как бы два состава можно ходить, был так, было. Соответственно, ну, один состав уже как бы пронес, вот, соответственно, вопрос, а где второй состав? Так вот, а кто его соберет этот? Второй состав вот. Составляет из себя игроков 261-го item левела, которые не умеют убивать проха, вот и все. Смотри, ЕП можно за десятку за замену дать в том случае, если ты словил КД. Если ты не словил КД, я не вижу смысла тебе давать ЕП. Ты получишь это ЕП... Ты получишь это ЕП, потом пойдешь с пугами и получишь ЕОД, блять, или еще раз пойдешь в киль трейд, если будет вторая десятка. Нет, нет, я считаю, если человек на замене сидит, тупо убивает свое время, блять, ждет, нахуй, ему ЕП по-любому даваться должно. Нет, тогда он никак. Должен сидеть. Время, это, поверь, время в жизни, это самое важное, что есть, это время, нахуй. 100% ЕП никто не будет давать за то, что ты просто сидел. Если ты так идешь, половину хотя бы, типа. Половину это еще можно обсудить, поговорить, но никак не стоит. Тут не обсуждать, я считаю, если человек сидел, ждал, блядь, на замене, ему нужно давать ЕП, потому что человек ждет. Ты сейчас рейд, допустим, распускаешь, ты с замены спросил, тут не тут. Если тут, дал. Если нету, пошел нахер. Все. Ну, замены Лаждана нет, он в канал другой. Да-да-да. Да-да-да, я говорю, может быть, уже... Пора прекращать эти ЕП за десятки, нет? Вот еще один человек. Я тоже говорю, что типа есть 25-ок достаточно тут, чтобы лутать ЕП. А почему прекращать? Вы что, будете, что я твину и Гурского обгоню по ЕП и заберу чешку? Я... Нет, мне... Я, допустим, мне сейчас... А как ты думаешь, боюсь я или нет? Мне можешь снять это ЕП, но мне, ну, типа, не нужно. Я за 25-ки хочу
получать, а не за десятки. Потому что еще помимо меня куча людей в гильдии. А 10 человек сходило, а 30, блядь, что им, на борту сидеть? Слушай, так, ребят, а так 40 человек в гильдии, тогда уже 25 сходило. Давайте, это большая давайте часть зададим гильдии. Этот вопрос Медвею. Нет, то есть придет Медвей, Финнас задаст, там Войт тоже расскажет свое видение. То есть вы сейчас скатываетесь вот какого-то общего решения, вы скатываетесь к банальному тупо спору, как бабки на рынке, я вам серьезно говорю. Надо, не спорить, надо понимать вот, такую поэтому прекрасную вещь. Приглашайте Медвея и обсуждайте с ним все эти варианты, чтобы компромисс найти. Вот. Меня слышно? Я говорю, я только вступила в гильдию, я сразу спросила Медвея, будут ли начисляться дальше ЕП за десятки. Он сказал, нет. Первое время просто поощряют людей, люди учатся тактикам. Ну сколько можно учиться, пора уже отменять десятки ЕП, ни в одной гильдии. Да, все, услышал. А теперь вопрос тебе встречный. Где ты видишь людей, наученных тактике? Что ты видишь в 25 гир? Мы приходим, вайпимся на лане, на профи, на синдре. Мы ничто не можем в 25-ке закрыть. ЕП за десятки отменять глупо. А я считаю, глупо их начислять за десятки. Если человек хочет учиться, он им из ЕП пойдет учиться. Ну, а тут ему пиздец, тут ему тактики разжуй, блядь, покажи, как играть. Не-не, вы не в том суть ловите. Если вы в десятки начисляете ЕП, вы должны наказывать человека ГП. А то есть, если учитывать по вашей логике, десятка это как ученическая, так нахуй мне идти учиться за ГП. Вы меня научите просто. Вот Лок сейчас научился, все, он понимает немного, как все надо делать. Согласен. Гера это уже совершенно другой вопрос. Вы Геру сейчас 25-ку не впутайте, сейчас идет речь о норме. Типа Лок научился, а он учится, а ты ему ГП сыпишь. За какую хуй? Дай человеку научиться, ебать. Для того и десятка существует, чтобы человека научить. В 25-ке это уже такое дело. Это ГП, 50 ГП. Оно слетает за одно КД. За одну неделю сразу в ноль превращается. А я не в этом суть, Войт. Я мне пофиг, сколько у кого. Я просто говорю, десятка это как учиться человеку. Ты должен человеку внятно объяснить, а не наказывать. Типа раз не понял, может он два не поймет, а может он, блядь, такой твердолопый, что он из десятого не поймет, его придется с одиннадцатого научить. Не придумывай дальше о чем говорить, просто ты пойми суть, за что начисляется ИП. ИП начисляется за то, что люди приводят гильдию к прогрессу, они одевают людей, это первое. Второе, они, люди, которые идут в рейд, тратят свое время. Потратили время? Потратили. 4 часа. ИП получили? Получили. ЕП не начислять за десятку, это тупость. За кару можно не начислять, потому что там шмот ППГ. Да кара гер как раз таки, блядь, 150 раз сложнее. А, ну то обычка. Я не знаю, мне по сути дела вообще десятки не нравится идея ЕП. Я не знаю, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты идешь в рейд, идешь убивать. Можешь закрыть глаза и не смотреть. Понимаешь, так можно... Он идет учить людей! Собраться типа можно такой узкой компанией и тупо себе фармить по всем десяткам ЕП. Маленький круг людей начнет себе тупо бегать по всем нахуй десяткам, фармить ЕП, но это не бред. Вопрос. Давай еще. Слушай, раз. Да, подожди, подожди. Как ты говоришь, по каким десяткам? Ну-ка перечисли. По каким десяткам? Я не знаю, там ты пойдешь в ВВК, скажешь тоже давай мне. ЕП, зачем? Блядь, в РС-ку, Зуламан, блядь, Кар, нахуй. Ты пойдешь тупо в 10 рыл, нахуй, тех же самых, блядь, и будете фармить десятером, нахуй, ЕП. А потом ты приходишь в 25-ку, а челики другие скажут, ебать, откуда у вас ЕП, а я даже ничего не делаю. Так это будет им стимул собираться в рейды, поднимать свой гир для того, чтобы попасть в эту десятку, попроситься в эту десятку. Или нет? Или не будет стимула. Смотри, да, а вдруг ты его тупо не возьмешь? А может быть возьму. Может он научится. Ну так типа это все и начинается с того, что у тебя, блядь, может быть. А что ты расстраиваешься? Вот я тебя беру. Ты не подумал, почему я тебя беру? Да мне это ЕП за десятку не нужно. Не, я не спрашиваю про тебя, нужно, не нужно. Тебе оно начисляется, тебя не должно волновать. Оно начисляется для общего блага гильдии, а не для тебя. Я все вот хочу сказать. Рейды, они не просто из каких-то там, да, персонажей отбираются. Они отбираются по сетапу, и они отбираются по ДПС. Соответственно, высока вероятность того, что человек с большим ДПСом вероятнее возьмут в рейд, чем человек с меньшим.
чтобы не было такого, как говоришь ты, да, Гурский, там ходит 10 человек, когда неделю фармит ЦИП, приходит 25-й, например, все забирают. Нужен второй рейд, вторая десятка. Да без разницы, будет десятка. Она так или его не будет. Его никто не вводит. А будет она или не будет, это хорошо, уже вопрос, не да, тот, если не вводит, почему? Из нас-то она была, правильно, когда мы не были в этой гильдии, кто-то водил. Ну, где эти люди? Пусть водят второй десятка. Я не видел, что там кто водил. Проф не умеет, в чем проблема тогда? Люди не умеют играть, не умеют реалить, не знают, как реалить Цендрулича. В чем проблема у них? Короче, давайте найдем второй реал. Вот у меня второй перс, я вторую десятку соберу. Давайте, вот мы сейчас на консилиуме, блядь. А почему, вот вопрос стоит, повестка дня, блядь. Почему надо запретить ЕП за инст CLK 10 ОП? Ответ. Потому что соберется, блядь, 10 человек с X1 и будут фармить ЕП по КД в десятках. Ходить своим, там, грубо говоря, составом, чему, не брать никого из них. Чего мы боимся в случае, если мы хотим отменять, чего мы боимся в таком случае? Почему мы боимся 10 человек? Вопрос. Отвечаем на вопрос. Потому что будет выше ПР, наверное, да? Потому что, блядь, это нахуй 10 человек, блядь. Есть 25 человек, и есть достаточно что? Рейдов, где можно заработать это, блядь, ЕП на. А что тебе плохого сделает человек? Ну, типа, в десятку идти? Нахрена мне идти в тот же, блядь, допустим, Зуломан, блядь, или куда, нахуй, в десятку, типа, блядь, с гильдией получать, нахуй, ГП, блядь, за шмотку, блядь? То есть я могу пойти, уровень, допустим, да? В Зуломан, блядь, пойду с Олчатом, блядь. Пиздо. А, ты вот как. Не, ну это понятно. Ну, типа, это КП, блядь. Level, там, допустим, level. Смотри, ну да, все там понял. Вот в Зуломане, Юля, блядь, повела там, допустим, 200, там 600 ГП. За десятку! 600 ГП, извините меня, доебал я тогда с гильдией вообще ходить. Смотрите, смотри, ребят, тебе смотри, ПГП что? Не нравится это... система. Ой, погоди, так нет, смотри. Покидай гильдию, особенность Сируса, погоди ты с своим покиданием. А, особенность Сируса в том, что... Здесь есть квесты на профы, здесь пускают определенные квесты после убийства определенных боссов. Можно оставить ИП за десятку, но только за убийство профа и за убийство лича. То есть, если убивает профа, допустим, сколько там, 300 ИП. А тут Синдра уже, ты видишь, сложнее, чем профа. Слушай, Синдра сложная, но мы убили, значит, другие смогут. Потому что другие точно такие же люди, как мы, и шмот у них лучше. Вот, посмотрят видео, попадут один раз в рейд, как Лачданам, блядь, выкинут малую волну исцеления, нахуй, и сразу всему научатся. 50 ГП получит, как лоу, блядь, это две смерти подряд. Все, сразу всему научатся. Вот. Если вопрос стоит вот так ребром, я не хочу, чтобы никто покидал гильдию, вот, и сам ее покидать не хочу. Я предлагаю оставить ЕП, но за профа и за лича. То есть рейд убил профа, окей, значит этот рейд может убить лича по ДПС. Получили 300 ЕП. Ну, возможно, профа. Да. Лича давай убили, почему? Получили да. Еще 350 ЕП. Вот, за такой формат я согласен. Вот. Но полностью отменять ЕП нельзя. Его можно было бы отменить, если бы не нужен был проф по квесту. Тогда ладно, бы я ладно. Тоже голосовал за отмену ЕП. Это, поэтому ладно, голосование проведем позже. Учитывайте давайте... особенно... Сервером, да. Сервер, не сервер, давайте теперь просто кое-что проясним. Вот все люди, которые сейчас в Дискорде сидят, Лимон и вот эти вот все люди, да, вы отличаетесь от меня очень многим. И одно из этих отличий, это то, что я, когда играю в системе ПГП, мне похую, какой у меня ПР, блядь. Я пришел в инст, я забираю шмотку, мне похуй, сколько она ГП стоит. Я два воятеля забрал, мне до пизды вообще, какой у меня ПР, последний там по ПРу. Я не тороплюсь забрать эти шмотки, мне похуй. Я знаю, что я потом их заберу и буду 2 года еще ходить с бисовыми шмотками и смотреть, как 500 раз эти шмотки выпадают опять. Они мне уже... Вот, я могу короче тебе сказать. А вы все относитесь к ЕПГП как к какой-то неведомой хуйне. Вы, блядь, сидите, копите на какую-то хуйню. Я не понимаю вас вообще. У меня другое мышление совершенно. Вы копите на какую-то чешку. Вот Роми там что-то копил, писал мне токен взять или чешку. Я говорю, ну чешку бери. Токен не ролит, блядь. Хотя мог токен забрать и светить, но чешка выпала, чешку забрал, молодец, все правильно, все отлично, все замечательно. Вы по-другому к этой системе относитесь, у вас немножко другое мышление. Почему надо отменять ИП, чего вы боитесь, я не понимаю, дается ИП и будет даваться, блядь, я на этом буду настаивать. Сейчас просто ругаться просто... не хочу, такую хуйню несете вообще. Делайте, что хотите, мне похуй. Войт просто хочет поощрять задротов, тех, кто постоянно ходит в десятки, постоянно онлайн, постоянно наш. Почему задротов? А как?
кто больше игрового времени посвящает игре, те как бы должны получать ИП по твоей логике. То, что отношения у нас разные немножко, типа, да, я там иногда смотрю, чекаю. Ну, так, а как тебе такое отношение? Я вот могу пойти в обход ЕПГП в любой рейд фуриком 256, пойти в ЦЛК с пугами и тоже без ГП забирать, но этого не делаю, потому что я хочу ходить с гильдией. Зачем мне? Ну, я так не делаю. Зачем мне расстраиваться из-за системы ПГП, последняя там по ПРО или первой? Меняйте свою как-то в голове, ну, вот эту вот фигню. Кто там? Я вообще не за приоритета. Че ты вот несешь? Я же тебе объясняю, мне похуй. Ну, так я не понимаю. Приоритет мне вообще насрать. Так а в чем тогда проблема, что люди 10 Блять, да проблема в том, что это 10 человек, нахуй. И что? И помимо 10 еще, допустим, 30. Ну и что? Сходим, а в той что? Системе, что я тебе объясняю, там получается, что 25 идет, большинство гильдий идет в рейд. И они получают это ЕП, блядь. Да никто, я не знаю, первый раз вижу такое, чтобы в десятке давали ЕП. Же, что да, это за за десятку давали ЕП. Там за геру что-то было. За геру, за обычку никогда не... Да, в жизни в кнутах не давали за десятку. Да, в кнутах и в ВВК никто не входил, блядь, и не давали. Там все, есть ЦЛК, есть РС, блядь, там, где люди одеваются, там и дают ЕП. Ну, в циркуле Сирус разные вещи. Ты видишь, как здесь тяжело? Тут люди приходят именно за шмотом, они забирают шмот с этой десятки. Они где учатся, они тактику не знают. Это совершенно давайте, разные вещи. Давайте с Медвеем поговорим. Просто лишало. Я не буду больше ничего озвучивать. Вот, я согласен тоже, допустим, блядь. Пришли, блядь. Десятки, блядь, там даже если вы так хотите в эти десятки ЕП получать. Убили Лича, получили ЕП, не убили свободно. Также в Зуламан. Убили Зулджина, получили ЕП. Не убили свободно. Все. Я предложил за профа и за Лича давать только ЕП. Отлично было. Нет, и в Зуламане там за Зулджина. Я там в каре не был, Герри, не знаю, что там овер сложен. Не, ну кара нормально. Ну вот за профа и Лича ставить ЕП. Если рейд убил профа, окей. Если не убили, не могут. Ну извините, иначе вы это самое... Сходили там на 6-8. Это называется компромисс. Да, да. Да, но согласитесь, это всех устроит. С учетом того, что это Сирус и проф, здесь нужно всем поквестить. Не, это вообще, пусть действительно сказать, Медвей, пусть он там обсудит, я не знаю, в гильдии задаст вопрос, какое-то голосование проведет. Если люди хотят за десятку, так пусть остается, мне вообще пофиг. Или так. Либо как вариант сделать два рейда. Один на фул, другой до профа. И на проф, как бы, ну, там, одного-двух человек, которые соответствуют по ХПС, ДПС, пусть закрывают все профы, чтобы их пускал в РС. Таким образом, мы еще на РС-ку 25-ку. Да не, надо, короче, это... Не, надо ждать, короче, этого Артема. Я вообще не вижу проблем. Ну, заберет человек, который по ПРу, там, 3 недели походил. Ты заебал уже со своим приоритетом. Забрал чешку, приоритет. И все, он будет дальше сидеть спокойно. Просто ты смотри, тут в 25-ку, ты понимаешь? Тем, смотри, ты понимаешь, что в 25-ку не все попадают? Вот, ты слышишь? Ты понимаешь, что в 25-ку не попадают? Помолчи. Ну, не все люди с гильдии. А в 10-ку-то вообще как попал? Ёбаный в рот. Десятка собирается по классам, чтобы пронести рейд максимально. Ты ну сейчас, сидит три ршамы, блядь, и что им делать? Поднял вопрос. Вот, типа, в гильдиях нормальных не начисляется с десятки никакой ЕП там. Потому что 30 человек не попали. Да потому что это фан. Да потому что десятка это да, фан, конечно. Блядь. Ты идешь по фану в десятки. Ёбаный в рот, по фану, блядь. Я сейчас по фану так ну, пошел, а чё блядь, там, блядь? Что охуеть просто. Так у, нас проблема, так у нас проблема так была только в принципе на сюжете. Слышь, Войт, у тебя со временем это будет по фану, понял? У тебя со временем это будет по фану. Вот у вас потеем, блядь. У вас персы фуловые. Я пошел в десятку 230. Мне там нужен был шмот. И он мне до сих пор оттуда нужен. Мне нужно ОД. Блядь, у вас персы 260, 270. Итем лев. У вас шмот, у вас десятки шмот для вас хлам. Он вам нахуй не нужен. Вы поэтому говорите, вы смело говорите мне не собирай. В смысле, блядь, не собирай? Почему это я должен не собирать? Ты только что сказал, что ты 256-й фурик, и ты залезешь в любой рейд. Алло. И что? Я что? Залезаю? Ты постоянно я противоречишь залезаю? Своим словам. А я залезаю в любой рейд. Все, Войт, не продолжай, ты такую хрень несешь, честно говоря. Мы уже потеряли нить беседы, я, короче, не хочу слушать. Я залезаю в любой рейд. Ты мне так говоришь, не собираешься. Короче, с Медвеем обсудите все это говно по поводу
профы, там, ЕП, десятки и так далее. Вы уже скатились. Вы уже скатились от основного обсуждения, хер знает куда. Основное обсуждение было о том, что отменить ЕП за десятку. Я не вижу смысла отменять его. Это никому не навредит. Ну, туда и так никто не ходит. Вот именно, блядь. А так хоть будут ходить. Так это тебе намек, нахуй оно вообще нужно. Да мне поебать на этот намек, блядь. Я буду собирать и людям давать ИП. Ты его ведь немного на себя берешь, с тобой нормально разговаривают. Тот же Гурыч с тобой нормально разговаривал. Че ты ему сказал? Тебе не нравится Левай из гильдии? Ты вообще Войт кто? Кто? Почему кто? Вообще? Вот ты сейчас в диалоге, ты абсолютно не уважаешь никого. Ты, может, он будешь выбирать какой-то другой? Ну, тут давай, только, блядь, силовой футбол, я такой-то хуя РЛ, ролики давай, на Ютубе. Нет, давай, ты хотя бы уважай в диалоге других людей. Давай тогда разберемся. Что значит левай с гильдии? Ты вообще разберемся. Кто такой, чтобы решать, давай. Левать Гурычу с гильдии или нет? Кто давай ты тогда, такой? Давай тогда разберемся. Давай. Он говорит, я схожу в обход системы ЕП-ГП, в любой рейд, заберу шмотку без ГП. Нужно тебе отменять Войт ЕП за 10. Во-первых, не надо. Ну, я не так говорил, блядь. Давай начнем с того, что мне это ЕП нахуй не нужно. Так. Я говорю, что, блядь, это 10 человек. Трудно иногда попасть в 25, а то в 10 надо попасть как-то. Ты понимаешь это или нет? Еще раз. 10 человекам трудно попасть в 25. Я тебе объясняю, в 25-ку вот дособирает гильдия этот рейд, который идет, блядь, закрывать квест. Люди не попадают, 8 человек сидит на замене. А как, блядь, в твою десятку ему попасть? Это виклик. Молодец. Нет, так виклик, это викликом. Ну так нахуй в 25-ку сейчас ЦЛК начнется сбор, блядь. Так опять плюсанет 40 человек, нахуй. Он 10 человек оставит на замене. 10, блядь, человек не попало в рейд. А как в десятку плюсанет 40, что ты 30 на замену посадишь? Смотри, у тебя какая проблема? А они тебе все из 30 скажут, а у нас РЛа нету, ебать. Да нет, я тебе не в этом суть. Не все могут попадать даже в 25-ку, а в десятку так вообще пиздец. А что, это первый раз ты видишь такое? Или ты такого дает? Да я первый раз вижу, что ЕП за десятку дают, блядь. А при чем тут десятка? Мы сейчас про 25-ку говорим. Я не понимаю, при чем здесь вообще десятка? Как она тебя трогает? Тебе похуй на ЕП, тебя десятка волнует. Ты мне это объясни? Объясни мне адекватно. Я не хочу ни себе, ни другим. Я не хочу, блядь, чтобы там, допустим, сидят. Вот люди, допустим, сидят. Чё ты пишешь? Он ливнул из гильдии. Почему ливнул? Так а нахуй я сижу, блядь, никому не нужный, блядь. В десятку собрались, сами пошли, блядь, даже ничего не написали в гичат. Кто ливнул из гильдии? Будет доходить и до такого. Что, блядь, десятки начнут собираться, даже в чат ни нахуй не будут ничего писать. Там кто хочет, кто не хочет. Спросили тихонько в ПМ. Хоп, собрали рейд, кто ушли. Кто хочет в рейд, пишет. Вот Шейпер написал, Скифон написал. Два человека с гильдии хотели в рейд. Какие у тебя еще вопросы? Да пусть остается, ебать. Ну вот, я не понимаю, вот. Тебе, с одной стороны, ты говоришь свою позицию, мне похуй на эту систему, на ИП. Я не за себя, блядь, я говорю, как вообще гильдия. Мне просто интересно мнение, блядь, многих людей из гильдии, которые вот в десятки не попадают, тупо, а хотят, я допустим. Я не видел таких людей сегодня. Ну вот мастерол разве что, вот он в десятку не попадает, потому что по сетапу мы миликов много наберем тогда. Ну вот он. Ты его честь отстаиваешь, правильно я тебя понимаю? Что? Ну вот мастер Ол, знаешь, такой вар есть? Ну. Он 10 тысяч армсом дает, на ДПС заебись. Я его не взял, потому что был вот Шейпер и Сабилити Репик. Два милика в рейде. Если брать 3 милика, у тебя начинается нытье. Я не пойду в рейд в этот. Я конечно, не пойду в такой рейд. А зачем мне идти в такой рейд? Ты понимаешь, что десятка собирается, чтобы проносилось нормально все, чтобы был баланс между РД и миликами. Ты это конечно. Понимаешь? Я не вижу вообще причины какой-то. Ну просто многие не попадут. Вот сидит Хан, типа тоже, блядь, вот сидит тоже 250, и он тоже хочет, допустим, в рейд. Где? Ну и куда ты его денешь? Нет, я так. Я просто говорю, как пример. Вот будет сидеть два ханта, допустим. Ну вот смотри, 250 сидит. Вот на следующий рейд приходит он, этот хант, и плюсует, если он хочет. И он пойдет.
чем проблема вообще? Не понимаю. Я не знаю, блядь. За что ты переживал? Я просто не понимаю. Просто. Я не за что, блядь. Просто людям нахуй, блядь. Я не знаю, надо спросить большинства. Как они вообще считают, заебатая эта система или нет? Мне просто интересно. Если заебатая для них, мне вообще насрать. Не смотри, мне не просто понятно. Просто я за вот десятки никогда не видел, что вы давали ИП, потому что все десятки фановая хуйня, блядь. Кто хотел, тот пошел, кто не хотел, свободно, блядь. 25-ка это РТ, блядь. Все, все приходят и фармят. Я был в одной гильдии, я был в другой гильдии. И немножко по-разному люди на это смотрят. Люди смотрят на десятку, как на такой же рейд, на такой же абсолютный рейд. Если ты идешь, ты тратишь свое время. Ты поднимаешь гир свой, это немаловажно. Смысл системы ИПГП в одевании персонажей, получение очков ИП за то, что ты потратил время, оделся, научился чему-то. И получаешь ГП за шмотки, за слаки. Если ты на РТ, ты получаешь ГП за слаки, если ты косячишь, да? Ты приходишь в 25-ку. Если ты сходил до этого в десятку, у тебя побольше ИП. И ты такой хоп, покруче других стал. И получаешь шмотки. В чем проблема? Я тебе, я вообще не в шмотках дело, бля. Ну так смотри, эта система ИПГП, она поощряет, что нахождение в игре, кто больше играет, кто входит во все рейды, вот допустим, там 2 25-ки целых. Нет, это понятно, ну так я тебе объясняю, бывает 10 человек, у нас в кнутах и 15 сидело на замене, ёпта, и всех как-то надо, ну бля, нет второго рейда, не соберется, допустим, второй рейд, так грубо говоря. Куда им деться, блядь, этим 15 человеком, блядь? Они сидят на замене, ждут у моря погоды или идут с алчатом, блядь. Говоришь, это даже 25. Я тебе про 25-ку, да. Но когда сейчас профат тут убьют, человек 25, и им надо будет 10 гера, и они Зуламана закроют, вот тогда опять начнется проблема, потому что все будут переться в эту 10 гер. Но на всех места не хватит. Ну, во-первых, туда просто так, как бы, ну, соберешься, допустим, с квестами, да, кто туда доступ получил, туда соберутся люди, если они не по сетапу соберутся, если соберутся как попало, там, 3 вара, там, 3 ханта, блядь, то получится хуйня, они вайпнутся, блядь, вот и все. Не, так это понятно, но я тебе опять же говорю, если их станет много, допустим, станет 4 вара, ты 3 отсеешь, заберешь одного. Ну, будет 3 ханта, ты 2 отсеешь, заберешь одного. Понимаешь, я допустим, хочу... по одному, по 2 человека вот смотри, еще вот останется. До этого, и... Смотри, я тебя так понял, ты до этого говорил такой тезис, типа, нужно начислять ЕП за то, что люди сидят на замене и тратят свое время. Я согласен с тобой. Вот за эту. Ну, так ты же сам сейчас про время говоришь, тратит, но человек тоже сидит, по сути дела. Тратит время. Ну, может прийти тебе на замену в твою десятку 9 человек. Да, вот как люди говорили, как Медвей говорил, там, типа, спросишь, здесь-здесь. Если здесь, то ИП получается замену. Если нет, то... Это в конце рейда обычно делается, спрашивают. И здесь есть такая штука. 100% ИП, которые получили люди, которые били боссов. ИП начислять тем людям, которые просто сидели. Нет смысла. 50% еще куда ни шло. Можно начислить. Но никак не 100%. Понимаешь? Ну, 100% если КД примет, допустим, я не знаю. Если КД примет, еще можно, да. Если человек КД принимает, можно начистить, потому что... Я просто говорю, я играл в гильдии, которые, блядь, не обращали внимания на 10, нахуй. Пошли, блядь, там, кто-то собрал, там, втихаря, блядь, или не знаю, там, захотел нехуй делать, пошли, собрались, пошли по десяточкам. Никто на это даже внимания не обращал. Я был в кнутах, все это прекрасно знаю. 25-ок я посчитал, так и немало, блядь. Можно просто с десяток убрать, а на 25-ки увеличить, да, немного. Это, понимаешь, сейчас на цирку... Это ты говоришь про цирку. Сейчас мы на другом сервере, тут все совершенно по-другому. Тут намного тяжелее. Из-за вот этого ХП, из-за того, что бафа нет, намного все тяжелее происходит. И релить вот это все долго сидеть, ждать, собирать людей туда. Это все реально долго. Я не вижу смысла. Если за это ЕП не давать, то... Что, у меня вопрос вытекает. Ответь, пожалуйста, на вопрос в гильдиях, которые здесь убивают лича 25 гир. Есть десятки ЕП? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Вряд ли. Я тебе точно скажу, что его здесь за десятки нет. Поэтому дело не в сервере, дело в прогрессе гильдии. А мы находимся в какой гильдии? Вот, блядь, ну это же глупо давать за десятки. Ты хорошо, ты не дрочишь, предположим, на этот ЕП. А есть люди, которые дрочат.
которые ждут свои... Ну вот просто Юля, он Талик так желает, что... Что? Ну желает. Юля, ты пойми, мы, наша гильдия вот сейчас, она не убивает 25 гер. Когда она убьет 25 гер, 2, 3, 4, 10 раз подряд, да нахуй эти десятки никому не нужны будут. Мы будем 200-х персов с 4-й катой, блять, выгонить 25 оп целка, просто. Мы сейчас не того уровня находимся. Нету смысла у нас отменять это ИП, понимаешь, о чем я? Я поняла, вас не переубедить, делать что хотите. Хотите за десятки, давайте за кару за десятку, давайте 200. Ну смотри, это... Что хотите когда, делать? Когда гильдия наша будет уровня Асгард, который убивает 25 гер и Джайну там травит, у которой все 270, понимаешь, в обвесе ссылка 25 гер, тут можно это ЕП, ну нахуй, просто удалить, блять. Может ни за какую десятку, за ЭВК смысла нет, потому что туда, сука, просто не ходит. За целка десятку, за целка геру тоже ну, не давать, потому что тоже не будут ходить, потому что единственный инс, который будет всех одевать, это ИК, вот эти обычки, и целка обычка. Когда итем левел гильдии поднимется, соберется костяк людей, которые будут целка 25 гер носить с лечом, блять. Это не просто, до этого еще дожить надо, блять. Либо мы до этого здесь дождемся, либо мы, блять, уходим куда-то. Сейчас не то время, чтобы отменять. Ну нет смысла отменять. Делайте, что хотите. Давайте закроем тему. Я устала это обсуждать. Честно, я поняла, что уже... Тоже... Да ладно. Я прекрасно понимаю. Будь я в той гильдии сейчас в Асгард, ну, уровня Darkstars, который все закрывает, да, вот в этой Асгард, я бы тоже не видел смысла в этой десятке ЕП. Его бы там не было. Я бы по этому вопросу вообще ничего не говорил. Я согласен с этим. Но эта гильдия не та. Здесь надо, надо людей шевелить, надо, чтобы они хотели в эту десятку попасть. То, что они не хотят, это только сейчас. Они потом в нее захотят. Они поймут, блядь, что надо ходить, и в 25-ки ходить, и с заменами как-то... Ну, я не знаю, тоже проблема возникла в это, в обычку там, пришли люди на замену. Что-то там как-то получилось. В общем, они будут сами разбираться. У меня видео есть, кто там на замене был. Потом они пошли в десятку, и рейды закончились. А, закончилась иконя. И у меня два человека с рейда ушли. Я отходил, говорю, сейчас 5 минут перекур, и Грул Магик бьем. Мы принесли все за полтора часа. И говорю, а, прихожу, Грул Магик. Я прихожу, смотрю, двух людей нет в рейде. Так Юля же была в рейде. Да, и ГМ дает ГП людям, которые ливнули. Они меня не предупредили, я не в курсе вообще. Люди на замене были. И тут же в гильдии чат пишут, замена, где вы, типа. Нету ни плюсов, нихуя. Мы обычки добивали 23 человека. Я вообще удивился. Фактически не было замены. Как, ну, обычки и замены, это тоже, ну, смех какой-то. Сколько ты убил боссов, сколько ты пошел. Вот ты иконя не был, ты за них не получишь ЕП. Какое ты можешь фулл ЕП получать, какая пизду замена. Ты бил, вот тебе ЕП за то, что ты игру магика бил, там, сколько, 500, там, на сколько. Я не знаю, я не смотрю, сколько начисляется. Я не знаю, я понимаю прекрасно, вот, ну, вас вообще, то есть у меня тоже персы фуловые на этом циркуле, я захожу, мне до пизды вообще на все рейды похуй, на геры, блядь, на всю эту хуйню, все ачивы, блядь, сделаны. Тут просто... Да, я просто не знаю, это лишь вопрос времени, когда насчет этой десятки начнут психовать. Наступит время, когда эта гильдия разовьется для того, чтобы лича в 25-ке хотя бы убивать в обычке. Если они стабильно это начнут делать, 25 человек, и будут там и замены по 10 человек, и все вот это, и ИП будут эти замены получать, и я буду за то, чтобы они получали. Реально. Пусть да за замену по-любому ИП надо будет начислять. Это, блядь, если не начислять за замену, найдутся такие люди, которые просто не будут сюда идти. Вот, но до этого мы еще не дошли. Мы еще лича не ложили 25 обычки. Кто-то ложил, там честер ложил, мы не ложили, гильдия не ложила, я не ложил. Как только... Да ладно, это надо вопрос, да, не знаю, у Мидвея спросить, если у него есть желание какой-то опрос провести, пусть проводит, если нет, то пусть мне похер, типа. Ну, как сделать, так сделать, это его дело, выбор его будет. Я не знаю, у него есть же тут какие-то замы, не знаю, может с ними посоветуется. Все будут сидеть обсуждать. Смотри, вот когда гильдия будет по КД ложить, то есть каждый КД... ИП мне система эта не нравится, блядь, типа ролл кидают, что за бред нам? Ну типа ролл кинул, блядь, нету лутмастера, что ли, типа ИП-ГП?
А, так они кидают. У тебя же есть лутмастер, научи, блядь, ГМа нахуй пользоваться нормальным ЕПГП. Это не ДКП система, а ЕПГП. Пусть уж используется и нормально. Ну, лутмастер, который... Ну, как у нас. Ну, выкидывается таблица, блядь. Человек, блядь, смотрит, на какой спек человек ролит. Зачем это спрашивать? Рольте на офф-спек, на мейн-спек, на задрыпанный спек какой-то, блядь. Кинул, блядь, с таблицы, человек сам нажмет, что ему нужно. Это офф или мейн, или задрочно. Ну, знаешь, в чем проблема? В том, что люди, они как бы, ну, никак ты думаешь, они начнут тыкать, что попало там. Ой, там не то тыкнул, ой, блядь, не то, ой, не на этот спек. Ой, блядь, мисклик там и так далее, начнется вот это. Так что, тупые, что ли? Ты зачем такие примеры-то приводишь? Да не, объяснят это. Просто я не знаю, почему они используют так полностью эту всю систему. Если уж пользоваться ей, надо ей в полной мере пользоваться. Ну просто зачем тебе там, допустим, сидеть, задрачивать там всех роллом, блядь, если ты таблицу кинул, роли нажал, блядь. Он сам увидит, кто на какой куда ролит спек. Ну, опять же, найдутся, блядь, хитрецы на 10% забирать будут. Я вот, ну, не хочу ни хитрить, ничего, мне как-то, ну, похуй. Я знаю, что, блядь, надо одеваться, и что рано или поздно я... Ну, это пока никто не хитрит. Сейчас люди научатся, все будет, как и на циркуле, и будут договариваться в ПМ, что за 10% давай ролить, блядь, и что хочешь начнется. Ну, блин, ну, я не знаю, ну, шмотки, как бы, они либо нужны, либо не нужны, то есть... У нас, блядь, и печеньки умудрялись за 10% геровские выносить, блядь. Договорятся, суки, в ПМ три человека, и хуй ты что им сделаешь, блядь. Все, блин, тут это вопрос времени, когда люди научатся, блядь, а они научатся, блядь. Ну, вот смотри, вот есть разные системы, да, вот есть вообще по роллу, типа, то есть ты идешь там, ролишь. Ну, есть, да, по роллу, есть ДКП, ну вот сейчас, как мы используем, эта система называется, по сути дела, ДКП, да, а не ЕПГП. Да, она немножко, ну, отличается, как бы ДКП, там, очки эти, как магазин. Нет, она так же, типа, ну, просто там и идет какой-то этот ролл задроченный, нет таблиц, нет ничего, а в ЕПГП просто есть таблица, по которой проще ролить. Вот, и системы разные есть. Есть консул лут, когда дают по приоритету, допустим, типа нужно одевать там того, кто лучше играет, там смотрят, да, на людей, кто как играет. Ну, фишка, понимаешь, в чем? В том, что это совершенно разные контингенты играли на этих системах. Система ПГП, она заточена под такую хуйню, что вот чем больше ты задротишь, тем больше ты, блядь, здесь дрочишься в этой игре. Так ДКП то же самое. Ну, то же самое. Чем больше задрешь, тем больше в рейды попадаешь, тем больше у тебя и шансов что-то забрать. Она это такая... понятно, но я имею в виду про таблицу, почему он не использует. Странно просто. Как он не довел до конца эту систему? Типа, блядь, забрали все шмотки, какие-то роллы кидают, блядь. Да вот честно сказать, вот мне реально вот охота, чтобы вот кто-то там в обычку не попал, да? Мне охота, чтобы люди как-то, я не знаю, ну вот они... Нет, так понимаешь, если ты заменишь тех, кто, блядь, ДПСит, на тех, кто не ДПСит, ты просто не убьешь ничего. Да, это одно дело. Ну, так я тебе и говорю об этом, что, блядь, в десятку очень сложно попасть из-за этого. Если в 25-ку найдутся люди, которых можно провагонить, потому что там масса большая людей, то в десятку это уже, блядь, напряжно. Допустим, 10 гер это вообще нереально кого-то взять вагоном. Ну, да. Ну вот все, пиздец, это край. Нереально просто. Я даже не представляю, как там эти сферы нахуй летают. Может, там пятером будем эти сферы стоять бить на совете. Ну, так и будет. Просто, блядь, я говорю тебе о том, что в 25-ку проще, поэтому и дают за нее ЕП туда. Проще влезть в эту 25-ку, а в 10-ку очень тяжело влезть. Допустим, тот же Зуломан, туда не возьмут 2 ДД, которые 245-го этим левела. Но у них закрытый проф, их просто не возьмут, потому что не потянут они Зуломан. Смотри, ну тут же дольше, ты же понимаешь сам, что тут люди дольше одеваются из-за вот этих категорий, из-за вот этого всего дерьма. Они дольше реально одеваются. Не, ну это понятно. Мне просто вообще как бы на ЕПГП, типа за десятку, мне пофиг, потому что я тут вообще в гильдии как бы один хан, можно сказать. Я попаду в любом случае, почти в любой рейд. Я так особо не парюсь. Но просто, блядь, если эта масса соберется уже людей, они же тоже попадать не будут. То есть надо подумать и о других. Конечно, понятно, тебе вообще, если так подумать, самое проще. Ты РЛ, ты захотел, собрал и повел.
Ну, со временем. А типа человек придет, он, блядь, ну, просто не рейлит, просто ходит там, не знаю, или хотит там пойти, но не может, блядь, у него там 246-й, блядь, и ты там его не заменишь на, ну, на какого-то там, не знаю, допустим, там, на мультю ты не заменишь там другого ДД, потому что мы просто уже потом не вытянем ДПС. И опять же он не начнет попадать в рейды, и что ему делать? Да, ну, не переживай, ну, не попадет в рейд, попадет, я не знаю, в волчат сходит. А в 245-м гире, в 25-ку, он сможет вбиться, потому что в 25-ке проще вбиться, на. Там больше масса нужна людей. В 10-ке, я говорю, в 10 обычку, это еще мы проносим, типа, у нас сейчас гир это уже начал позволять. А если бы мы были плохо одеты, у нас было бы критично каждый слаг, это вообще критично было бы, если человек просто не может вытянуть. Мы ходили так. Блять, из кожи вон лезли, чтобы убить это ЦЛК хотя бы до Синдрина. Этого профа, блядь, затраили до смерти, наверное, блядь. Сейчас это, конечно же, все проще. Мы раз пришли Лану с первого трая, раз пошли профа с первого трая, раз на Синдри, ну, блядь, повайпались, но убили. Это потому что мы с Циркулем, мы это, блядь, 2011 года душим. А ЦЛК тут вышло относительно недавно. И челик, я вообще не понимаю, что там происходит.